Этот праздник здесь точно прошел со слезами на глазах. Говорили не только о тех, кто сегодня защищает страну, но и о тех, кто не вернулся домой. Поэтому даже награжденные именным оружием в ответной речи коснулись этой темы. Нынешнее поколение сотрудников приложит немало сил, не пожалеет своей жизни, чтобы россияне жили под мирным небом. И дети никогда не знали звуков войны. Вдовам погибших сотрудников вручили грамоты и подарки. Им же достались и все аплодисменты, как знак постоянной поддержки.